составляет большая часть населения. Это данные за 2019 год, и они составляют 50,8. За 2021 год эта цифра возросла до 52,3. Камдиабет мен ауырган, гипертония орусу мен ооругандар жаштар арасында көп кезиккен үчүн биздин максатыбыз ошо жаштарды алдын ала жакшы маалымат берип үгүттөп аларды текшерилип алдын ала текшерилип туруусуна биз үндөйбүз. Жок дегенде бир жылда эки жолу келип анализдерин тапшырып кан диабет текшерүүчү анализдерин тапшырысына биз албетте аларга сунуштайбыз. Мы очень рады, что именно ТОКМОК включили как проект. Сахарный диабет настолько сейчас такая проблема, что с каждым годом растет количество пациентов с сахарным диабетом как среди взрослых, так и среди детей. Поэтому нам этот тренинг очень, считаю, что он очень важен. Она нам дает возможности раннего выявления, диагностику сахарного диабета, а также борьбу с осложнениями. Но, естественно, нам очень важно раннее выявление сахарного диабета. И мы надеемся, что после этого тренинга мы тоже внесем свою лепту, свой вклад в борьбе с сахарным диабетом.